Свое сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты, Ом Вишнупада, Штота Рашата Шри, Рупа Нугачари Вари Шилы Бхакти Веданты Нараяны Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada, and to all of us, Rupa Nugachariya Guru Parampara. Затем я предлагаю тысячи поклонов лотосных стоп Парам Гурудева, Шрилы Прабхупады и всей нашей Шри Рупаноги Гуру Парампары. В завершение я предлагаю свои поклоны всем вайшнавам и вайшнаве. Джай! First of all, I want to make a very joyful announcement. Прежде всего, я хочу сделать радостное объявление. That a book which is very, very dear to my Gurudev. Что книга, которой очень сильно дорожил мой Шрила Гурудев. Which he translated from the original Bengali of Srila Bhaktivinoda Thakur into Hindi. Книга, которую Шрила Гурудев перевел с оригинала, написанного на бенгальском Шрила Бхактивинода Такура. And which I had the good fortune to translate from Hindi into English. Та книга, которую мне посчастливилось переводить с хинди на английский язык. And our very dear Vasudam Prabhu and Lila Madhuri Didi have edited now the Russian edition, and it was just being printed here. It's Jai Vedana. И наши дорогие Васудам Прабху и Лила Мадури отредактировали русское издание. Теперь эта вся книга доступна вам на русском языке. So I pray that
Srila Gurudev will sprinkle his mercy upon them for their very dedicated and important Mano Bhishma Seva. Я молюсь Шри Гурудеве, чтобы он пролил свою милость на них за исполнение вот этой очень важной его Мано Бишты Севы. Да. So we have been hearing from the Dhammadharastakam that was manifested in this world through Satyavrat Muni. И мы с вами слушаем Дамадараштаку, которую явил этому миру Сатьяват Муни. Сатьяват Риши. Сатьяват Риши. Муни Риши, sir. Риши Муни это синоним. Риши means Ришая Мантра Драстаха. Ришая Мантра Драстаха. Риши is a person who sees the Vedic mantras. Риши это тот, кто видит ведические мантры. So he has seen in his heart this Nitya Siddha, eternally perfect prayer appearing. And he expressed it to the world. В сердце увидел это Нитья Сидху молитву, и потом он явил ее миру. So he has said, Iti Driksa Lilabir Ananda Kunde. In this way, see Krishna has immersed Swagosh. His own people of the cowherd village of Gokul in the pools of bliss. Таким образом, Кришна этими сладкими лилами Кришна погрузил Свагош свою общину, своих любящих преданных в озера Ананды блаженства. Тадия шитагешу бхактай джитатвам. And he has revealed in бхактай джитатвам how he is defeated by the love of his devotees. И он дал всем знать о том, как он покоряется любовью своих враджаваси преданных. And by Swagosh, this loud announcement, see Krishna himself is Nimajantam Ananda Kunda. Krishna himself is sinking into ocean bliss, glorifying his own devotees. И сам Кришна, он тонет в водоемах блаженства, прославляя своих преданных, провозглашая всем. What kind of pastimes? Какими лилами? Once it was the evening time. Однажды наступил вечер. And Mother Yashoda was churning some yogurt. Мама Яшода пахтала йогурт. And see Krishna came and she took the little Krishna in her lap. Кришна подошел к ней, она усадила его себе на колени. Then he saw in the water of the pot. The moon was reflected in the water. Потом он заметил, как на поверхности жидкости этого горшка отражалась луна. And he thought it was a ball he wanted to play with. Он подумал, что это мячик, с которым он захотел поиграть. He said, "Mama, give me." Он сказал, дай мне, мама. So then, Madhu Yashoda, she played a trick on Krishna. She reached her hand into the pot and she took some butter. And she pulled out a white bowl of butter. И притворяясь, мама Яшода сыграла шутку такую с Кришной. Она протянула руку, засунула ее в кувшин, смяла в ладони масло, как в форму мячика, и отдала Кришне. Then the little Krishna he was very happy. И довольный Кришна стал кушать. Until he noticed, it's still there. Этот шарик, а потом он посмотрел в кувшин и увидел, что луна все еще там. Он подумал, мама обманула меня. So then again he demanded, give me. Сказал, дай мне. So then Madhu Yashoda said, oh, it's reflected from the moon. Мама Яшода сказала, это отражение луны, Кришна. And this moon, it came from the ocean of milk. А эта луна появилась сама из молочного океана. But before that, poison came from the Kirsaga. Но до того, как появилась эта луна, появился яд в этом молочном океане. So this poison has made the dark spots on the moon. И вот этот из этого яда появились пятнышки на луне. Do you want to eat poison? Ты что, яд хочешь кушать, Кришна? Then Krishna became afraid. No, mama. Кришна испугался, сказал, нет, не хочу. So iti driksva lilabhir ananda kunde. By sweet pastimes of this, he is immersing the Gokul vasis in the ocean of bliss. Вот сладкими лилами подобные этой он погружает Праджаваси в озера блаженства. Oh, sometime after Krishna had appeared, Lord Shiva
He knew that Sri Krishna had appeared, so he set off from very far away in Kailash and came all the way to Braj. Через некоторое время после рождения Кришны Господь Шива, прознав, что Кришна явился на земле, он отправился из своей резиденции на Кайлаше. So he was playing his Dhammarudram. Тронулся по направлению к Враджу. По пути он играл в свой этот барабанчик. And moving around outside the house of Ananda Maharaj. И когда он приблизился к дому Ананда Махараджа, он стал ходить вокруг периметра резиденции и играя на своем барабане. So it's a tradition in India. If a vairagi comes and they're playing the drum, it means they're doing bhiksha. По традиции все знают. В ведической культуре, что если пришел какой-то отшельник, какой-то святой, и он бьет в барабан за воротами, то он просит бикшу, so, какое-то подаяние. Then they go outside and they bring and they give some alms. Otherwise, if a transcendentalist will come to your door and leave without receiving anything, it's very inauspicious for the dynasty. Если какой-то духовная личность придет к вашему дому, попросить что-то и уйдет с пустыми руками, то это будет очень неблагоприятно для вас. So, Mati Yashoda, she came out with some alms. И все это знают. Мама Ишода тут же выбежала из дома и принесла дары этому. And she saw Lord Shiva standing there. Этому отшельнику, увидела перед собой Господа Шиву. She thought, who is this very frightening yogi? Она перепугалась, подумала, такой серьезный йог. He's covered in ash. Of dead bodies from the cremation ground. Тело его мощено пеплом трупов с крематория. He's wearing a garland of human skulls. На нем гирлянда из человеческих черепов. He has live snakes wrapped around his arms. Живые змеи обвиваются на его предплечье. He's carrying a big trishul trident. У него в руках огромный трезубец. So Mati Yashoda was. Ошарашенная мама Ишода стала протягивать ему этот поднос с подношением. Говорит, берите, пожалуйста, берите. That yogi said, I don't want any flour or rice or anything. I only want to see your son. Он сказал, я не хочу вашу муку и ваш рис и ваш горох. Я хочу посмотреть на вашего ребенка. Mati Yashoda said. I am adult and seeing you, I become afraid. Мама Ишода сказала, знаете что? If my little baby will see you, he'll be terrified. Я вам честно скажу, я взрослая и мне страшно смотреть на вас. Если мой ребенок вас увидит, он перепугается насмерть. Это нехорошая идея. So I'm sorry. Just take the flour and the. Простите, пожалуйста, лучше довольствуйтесь этой мукой, рисом и далом. Так будет лучше для всех. Mati Yashoda then went inside and shut the door. Мама Ишода забежала внутрь дома и закрыла за собой дверь. So then that yogi, he went just a little distance from the Nandagaon. Шива тогда отошел на какое-то расстояние, удалился от Нандагауна. And he sat down and lit a fire and started to do yajna. Swaha. Развел огонь. И костер и стал проводить ягью. I came so far, all the way from Kailash. Думал, ну что ж такое, я весь этот долгий путь проделал сюда с Кайлаша. I must have the darshan of Balagopal. Я хочу увидеть Балагопала, я должен на него посмотреть. So then, inside the house, Mati Yashoda went inside. В это время мама Ишода находилась в доме. And baby Krishna was wow. И вдруг Кришна стал хныкать, разрыдался. He wouldn't stop crying. Во весь голос и вообще не переставал рыдать. Why? Because he was feeling separation also from his devotee Lord Shiva. Потому что он тоже испытывал разлуку со своим любимым преданным Шивой. So Mati Yashoda, she couldn't stop him from crying. И мама Ишода не могла угомонить Кришну. So then the sakis of Mati Yashoda said, "Oh, maybe that yogi has some mystic powers, and he can pacify your baby." Подруги мамы Ишоды сказали, может обратиться за помощью к этому йогу, он наверняка обладает какой-то особой мистической силой, он сможет утихомирить Кришну. Or maybe because he's upset. So now Krishna is crying and he won't stop crying. А может из-за того, что ты как-то нечаянно обидела этого йога, он разгневан, теперь обижен на тебя, и теперь Кришна безостановочно рыдает. So then Mati Yashoda thought, all right,
I'll let that yogi see my baby. Мама еще так подумала и решила, что ну хорошо, тогда я позволю этому йогу посмотреть на моего сына. But I'll protect him first, in case the yogi does a burinaja, evil eye. Но главное, чтобы он не сглазил ребенка, поэтому вначале я нанесу защиту на него. So then she got some black cloth and she completely wrapped up Krishna in the black cloth. Взяла черную ткань и замотала Кришну в кокон из этой черной ткани. If you do some tantric rituals, you have to wear black. То есть во время тантрических ритуалов надо носить черное. And then she took kajal and put big black kajal on Krishna's eyes. Обмотала его черной тканью, нанесла жирную подводку черную под глаза ему kajal. And a big black dot on his forehead. Точку такую жирную черную нанесла посередине лба. So now baby Krishna was ready for his tantric experience. И Кришна был готов к тантрическому своему первому опыту. So then Madhya Yashoda. And she was quite afraid what will happen. Она сама была очень перепугана и так пугливо вышла на улицу, держа в руках Кришну. And she called, "Oh, Yogi Baba!" Стала звать, Йоги Баба! Come on, come on! Иди сюда! And Mahadev was bowing ecstasy. А Махадев заликовал от счастья, услышав, что его зовут. And he became very grave. Опять такой принял серьезный hiding вид, his mood. Скрывая свою радость. And then he came and he looked and saw, Balagopala. И приблизился к маме Ишоде и взглянул на Балагопала. He felt that now my life is successful. Он подумал, ну все, моя жизнь увенчалась успехом. But if I could just get the dust from his lotus feet, then it would be perfect. Он подумал, ну было бы так хорошо, если бы я мог получить пыль с его лотосных стоп. But it will not be appropriate that I try to touch his feet because Madhya Yashoda has brought him to get a blessing from me, and he cannot disturb the Madhya Yashoda's mood. Ну, подумал, будет странно, если буду пытаться тянуться к ножкам ребенка, чтобы коснуться их, потому что мама вынесла его ко мне за благословением. Я не хочу нарушать, ну, мешать ее настроению материнскому. So as soon as Mahadev saw Krishna, he stopped crying. И как только Кришна оказался рядом с Махадевом, Кришна перестал рыдать и заулыбался. And Mother Yashoda thought, "Oh, this yogi is so nice." Это впечатлило маму Яшоду. Она подумала, хороший йог. The yogi said, "You know, when I was a baby, my mother gave me a tiger claw, tiger tooth, on a necklace." Он сказал, Махадев сказал маме Ишоде, когда я был маленький, мама мне на шею повесила амулет, зуб тигра. Oh, to protect me from all inauspiciousness. Чтобы защитить меня от всего неблагоприятного. But as I grew up, the string got entangled in my hair. Но со временем, когда я подрос, эта нитка, на которой висел этот зуб, она застряла у меня в волосах. And now it's all entangled somewhere in my jata, in my dreadlocks. А теперь у меня на голове такое творится, тут такие сплошные дреды, что где-то этот зуб, он внутри этой So his dreadlocks were tied up on his head in a. И дреды у него были в пучок замотаны на голове. He said. Then your son can get the benefit. If you just put him, touch him on my jata, then he'll also get the benefit. Он сказал, где-то этот зуб там в дредах моих на голове затерялся. Но мы можем благословить твоего ребенка, если ты приложишь его к моим дредам, к моей голове, он получит защиту. Mother Yashoda said, really? Мама Ишода тут же поверила, что... Yes, of course, put him there. Правда? Он говорит, да, приложи ребенка к голове. So then she lifted her baby and touched baby Krishna on his head and Krishna moved his feet and Lord Shiva got the foot dust of Krishna on his head. И мама Ишода приложила Кришну к голове Шивы, Кришна стал двигать ножками и коснулся головы Шивы, Шива получил свое благословение, которое он так жаждал. Now, Lord Shiva was in ecstasy. Шива пришел в полный экстаз. He said, if you ever have any problem, if your boy is crying or upset in any way, just call for me and I'll give him a blessing with the salt and mustard seeds. Он сказал, знаете, если когда-то возникнут у вас проблемы, что-то будет не так с ребенком, призывайте меня тут же на помощь, я проведу очистительный ритуал для него там, с кунжутными семенами и солью. So then Madhya Yashoda was very grateful. She said, yes, please stay just nearby at this kund. И мама Ишода подумала, это хорошая идея. Она сказала, давайте вы оставайтесь жить тут рядом с этим озером. So just outside Nandagaon, at the foot of the Nandishwara Parvat, there is one kund, and that is called Yogiya Kund. То есть есть озеро рядом с Нандишвара Парватом, называется Йогия Кунда.
And so there Lord Shiva is living as the local resident yogi to give blessings to Balagopa. И Господь Шива поселился там с того дня, и с тех пор он там живет как местный йоги, который благословляет маленького Кришну. So iti driksvalila vir ananda kunde sagosham nimajjanta. Balagopal is immersing everyone in the ananda kund pools of joy. И такими вот сладкими лилами Балагопал погружает всех в эти озера Ананды блаженства. So now Satyavrat, when the Satyavrat Rishi had glorified Krishna in this way, then Krishna appeared in his heart. После того, как Сатьяват Риши прославил Кришну таким образом, Кришна предстал перед ним в сердце. Krishna was not so pleased when he said Namam Ishwaram. Изначально, когда Сатьяват Риши сказал Намам Ишварам, это не очень растрогало Кришну, не очень порадовало его. But when Сатьяват Риши said Тагьеш Тагьешу Бхактагьетатвам, oh, how wonderful it is that you're only controlled by the love of the Brijvasis. Krishna was very pleased because Satyavrat Rishi had glorified his parikars. Но как только после того, как Сатьяват Риши проникся идеей славы преданных о том, как Кришна подчиняется их любви, Кришне это очень понравилось. So Krishna momentarily appeared in his heart, smiling. Oh, I'm ready to give you a benediction. What do you want? И мимолетно Кришна явил ему себя в сердце, дал ему даршан и сказал: я готов исполнить твое желание, что ты хочешь. Сатьяват Риши replied. Сатьяват Риши ответил ему. Барам дивам бхакта навакшавадима Dev means a Dev Dhatu Kridashil, one who is always playing, loving pastimes. He's called Dev. So don't think Dev only means God. It indicates one who is very playful. И тогда Сатьяват Риши сказал: о Дев, Дев Дату Кридашил. Слово Дев означает не только Господь, а также означает игривый. Барам Дева Моксам на Мокшавадимба. I don't want moksha, liberation. Я не жажду мокши, освобождения. That means to enter into the nirvishesh, niraka brahman, the light with no form or qualities. Я не стремлюсь слиться с этим безличностным браманом, у которого нет качества, нет формы. That brahman is the abbas, partial abbas of the effulgence coming from the body of Krishna. Потому что Браман это частичный абас, схожесть ауры, которая источает тело Шри Кришны. Шри Кришна said in Bhagavad Gita, Brahmanohi patistaham amritabhyayasya cha shasvachasya tadarvasya sukasya ikantikasya cha. I am the basis of that Brahman. Кришна в Гите объясняет, что я основа этого брамана. Many people, perhaps the majority of the people in India, think that Brahman is the highest truth, and Krishna is some reflection of that Brahman in the vidyavritti of Maya. Большинство индусов верят на самом деле, что Браман это наивысшая личность, а Кришна это иллюзорное проявление этого брамана. They think Maya has two vrittis. And when Brahman is reflected in the avidyabriti, it's the jiva, and reflected in the vidyabriti, then it's Ishvara. Они думают, что это проявление видьявриити майи, потому что когда они считают, что это авидьявриити майи, то это джива проявляется, Браман проявляется как джива, а Кришна не считает видьявриити проявлением видьявриити майи. This is their great misfortune because of kusanga, bad association with the maya bodies. И вот это великая неудача этих людей из-за их предельного общения, их обильного общения с Майвади. Because
Krishna is directly expressed in Gita. I am the basis of the Brahman. Кришна прямым текстом объясняет в Гите, что я основа Брахмана. I am also the basis of the, the eternal nectar. Я источник вечного нектара. I am the basis of all spiritual joy. Я источник духовного блаженства. And in Brahma Samhita it is said, Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti Kosi Svaseisa Vasudari Vibhuti Vinnam Yad Brahma Tesham Anantam Asesha Bhutam Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. I worship that Govinda, the effulgence of his body is the light of Brahma. И в Брахма Самхите говорится, поклоняюсь Брахма Нискалам, чья сияние тела которого является основой Брахмана. So, when a jiva is liberated and enters into that Brahman, когда джива получает мукти и сливается с Брахманом, then this liberation is completely worthless. То такое освобождение полностью никчемное. There is no benefit for the jiva. Бессмысленное для дживы. То есть никакого блага джива от такого мукти не получает. You don't derive any bliss from Brahman. Никакого блаженства вы не джива не получит от пребывания Why? С Брахманом. Because there is no, that is the asambragyata samadhi. There is no, that samadhi has no subject and object. Потому что в таком состоянии асампрагьята самадхи нет восприятия субъекта и объекта восприятия. So you only experience the ananda, which is in your own atma. То есть джива сможет воспринимать только ананду, которая присуща самой атме. So that was already there. You didn't gain anything. Но это уже всегда было при дживе, то есть ничего она особого дополнительного не получила. And that ananda in your own atma, Srila Jiva Goswami said, it is dukkha pratiyogita. Dukkha pratiyogita means it's just the absence of suffering, not positive joy. А Джива Госвами объясняет, что ананда присущая атме дживе, что это просто не что иное, как отсутствие страдания. And therefore it is said, там нет ничего положительного. One definition of moksha or mukti is mukti atyantiki dukkha nivritti iti mukti. Atyantiki dukkha nivritti iti mukti. The complete total cessation of all suffering is mukti. Но из определения мукти говорится то, что полное прекращение страдания, то есть никакой речи о чем-то положительном, ну, каком-то счастье не идется, только прекращение всех видов страдания. So that is also called kaivalya. Это называется кайвалья также. So our Srila Prabhupada Saraswati said kaivalyam narakayate means for those who have received the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. That kaivalya, which is aspired for by so many yogis and jnanis, we consider that it's hell. Шрила Прабхупада Сарасвати Такур, because there's no chance to do any service there. Сказал, для тех, кто обрел милость Чайтани Махапрабху, кайвалья, она подобна аду, потому что там нет возможности в этой кайвалье служить Господу. So, vanam deva moksha na moksha abhidhimva. My Lord, O Balagopal, I don't want moksha, and I don't want moksha avadhi. That means the last limit of liberation. И Сатьяватриша говорит, о Господь Балагопал, я не стремлюсь к мокше, даже не хочу наивысшего проявления мокши. So, in the third canto of Srimad Bhagavatam, Sri Kapildev said, Salokya sasti samipya sarupapyakma ekapnam apyutam dhiyamanam nagrinati binamat sevana janaha. Капил Дев в третьей песне Шримад Бхагаватам объясняет разновидности мукти. He said, five types of liberation. Он объясняет, что существует пять видов освобождения. Салокья. Салокья. To live on the same planet as the Lord. Жить на одной той же планете, на которой живет Господь. Салокья. Then Шашти. Шашти. To participate in the same opulences as the Lord. Иметь доступ к тем же достояниям, которые доступны Господу. To have пользоваться теми же достояниями. Opulences and mystic powers similar to those of the Lord. Обладать достояниями, мистическими силами, схожими с силами Господа. Samipya, to reside very close to the Lord. Samipya, пребывать рядом с Господом. For example, Jayan Vijay,
They have Salokya, but not Samipya. То есть у Джая-Виджая есть Салокья, они на той же планете, как и Господь живут, но у них нет Самипья, они не рядом с ним. When Jain-Vijay were in an argument with the four Kumaras. Когда они стали препираться, вступили в перебранку с четырьмя кумарами. Then they felt themselves very fortunate when Lord Narayan came there to solve the dispute. Они неописуемо обрадовались, когда их Господь сам появился там, чтобы примирить их. Because even though they live on the same planet as Lord Narayan, but they stay at the gate guarding. They don't stay inside his court. So. They don't seem so often. They meditate on him. У них есть возможность салокья. Салокья, but not самипья. То есть они получили салокью, живут на той же планете, но очень редко его видят, потому что они стоят на страже у врат. И то есть их удел это медитировать на Господа в сердце. Сарупья. Сарупья means to have a form like the form of Lord Narayan, four-armed. Сарупья — обрести форму подобную облику Господа Нараяна, четырехрукую форму. Otherwise, if you are a devotee of Varahadev, you can have a big form also. That would be Sarupya. Если вы последователь Господа Варахи, то у вас может быть облик свинки, тоже так, тоже будет Сарупья такая. If you are a devotee of Kurma, you can have Sarupya and have a tortoise form. Если хотите следовать за Курмой, у вас будет форма черепашки. Whichever way, wherever you get a form like the Lord you are serving, this is Sarupya. То есть ваши штаны, в зависимости от формы штанов, если вы обретаете Сарупью, будете очень похожи на него. Then, Ekatva. Ekatva means oneness. That is the Katva. Moksha. Вот это мокша уже. So, of these five, the first four, they may be accepted by the devotees, but the fifth one, in personal liberation, is never, never accepted by a devotee. То есть из пяти вышеперечисленных видов освобождения, первые четыре, они приемлемы. Кое-как приемлемо для преданного, но пятое, вот это слияние полное, оно совершенно неприемлемо для бхакты. So only the four personal types of liberation are acceptable. То есть существует таких четыре личностных видов освобождения, и они допустимы. But those four types are each of two types. Но каждый из этих четырех первых перечисленных видов освобождения, они делятся на две категории. That is called Sukhaishwarya Uttara Mukti. Sukhaishwarya Uttara Mukti. And Prema Seva Uttara Mukti. И Prema Seva Uttara Mukti. So, Sukhaishwarya Uttara Mukti means the liberation of one of the four types, which is predominated by the happiness of enjoying the opulences of Vaikuntha. Сука Ашвария Утра Мукти – это проявление одного из четырех видов личностного освобождения, в которое главным образом проявляется в наслаждении достояниями и Айшварией, доступной на Вайкунхе. So the devotees even don't accept this. Это нежеланно для преданных, преданные не хотят такого. But the other part of each is called, the other part of each of those four types is called, that first one is in the lower part of Vaikuntha. In the higher Vaikuntha, there is Prema Seva Uttara Mukti, which is the four types of liberation, predominated by Prema Seva, loving service. То есть вот это желание наслаждаться, то есть возможность наслаждаться вот этими всякими достояниями, это доминирует на более низких областях духовного плана Вайкунтхи. На более высоких там доминирует према-сева, то есть активное служение, преисполненное любви. So Lord Kapil Dev said, Diyamanam nagrenanti binamat sevana jana. Even if I try to give the liberation to the devotees, they don't accept it unless it's in this category of према-сева утра, dominated by loving service. Капил Дев объясняет, что даже если я буду предлагать такие виды личностного освобождения преданным, они откажутся. Они примут только вот этот вид освобождения, в котором превалирует вот это према-сева. So that eternal loving service to the Supreme Lord in Vaikuntha is the moksha avadhi. The ultimate limit of liberation. То есть вот эта возможность прямо севы Господу на Вайкунтхе — это предел, самый пик возможности, которая предоставляет освобождение личностное. So Satvat Rishi is saying, Varam Deva Moksha Na Moksha Vadimba. I don't want impersonal liberation, and I don't want this highest limit
of liberation also. I don't want. Но Сатьяват отвергает все эти виды, не только безличностное, но даже вот это самое возвышенное положение на Вайкунхе, возможность активно служить Господу, проявляя любовь. Он отказывается от этого. Да, чанням, бринеям, барешат. Апи. And even, Апи, even I don't want the result that comes from the performance of Navada Bhakti. Nine types of devotional service. Savanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Acharam, Vandanam, Tasma Sakam, Atmanivindam. И он говорит дальше, я даже отказываюсь от плодов, от блага, которое предоставляет исполнение Вайди Бхакти, Навада Бхакти, девяти главных Анг Бхакти. Uh-huh. So, what does that mean? Что это значит? It means that the nectar that comes from hearing, chanting and remembering is superior to the residence in Vaikuntha. Это означает, что ощущения, которые возникают, то есть то благо, которое приносит Шравана Киртана Смаран, это благо превосходит возможность жить на Вайкунхе. Lord Shiva has said, Narayana Parayana, the Nakustasya Pi Bibrati, Swarga Apavarka Naratkeishu, Apito Yata Darshanam. It means Господь Шива сказал, that for a devotee, okay, it was in regard to the cursing of Читакету Махарадж. Господь Шива, Дурга cursed Читакету Махарадж. В контексте ситуации, когда Дурга дала прокляла Читакету Махараджа, Господь Шива сказал, прокомментировал на это. So Lord Shiva was glorifying Chitraketu Maharaj. Прославляя своего друга Читракету Махараджа, Господь Шива сказал. He said, he is so powerful, he has the power to reverse your curse. Он обладает такой мощью, он с легкостью может противостоять, отослать обратно твое проклятие. Narayana Parasave na Kutasya Bibhati, because those who are absorbed in serving Supreme Lord Narayan, they feel such joy that whether they're in heaven or they're in hell or whether liberated, they see everything to be the same. Потому что те, кто Нараяна Параяна, они не обращают внимания на то, где они находятся, хоть в раю, хоть в аду, для них это все одинаково. So, because the devotee, even if he's on earth or in heaven or in hell, if he's hearing and chanting, when he's doing kirtan, then he's in the spiritual world. Потому что для преданного. So the being in Vaikuntha is included in his experience of bhakti. То есть, где бы преданный ни находился, будь то на земле, в раю, аду, и хоть на Вайкунхе, ему важно, если он погружен в намсанке, в киртан, то он счастлив. То есть, вот это пребывание на Вайкунхе уже он испытывает гораздо больше, чем возможность быть на Вайкунхе. Of the prema bhakta is superior to those who are even liberated in Vaikuntha. Поэтому положение према бхакты, оно превосходит возможности, то есть тех, кто находится на Вайкунхе. When Jaya and Vijay were cursed by the four Kumaras, then they prayed to the Supreme Lord, wherever we go in any universe, we don't mind, as long as we can always remember you and engage in hearing and chanting. Когда Джай и Виджай услышали проклятие от четырех кумаров, свой адрес, они обратились с молитвой к Господу. Они сказали, где бы мы ни оказались во Вселенной, нам главное, чтобы мы не забывали о Тебе, чтобы мы всегда прославляли Тебя и пели Твой киртан. So there are many pramans that the fruit of hearing and chanting is superior to Vaikuntha liberation. Есть очень много праманов, которые подтверждают, что благо, которое приносит Шравана и Киртана, превосходит то благо, которое преданный получает, находясь на Вайкунхе. But Satyavad Rishi is saying, I don't want impersonal liberation, I don't want the highest liberation, and I also don't want the fruit of this Navada Bhakti, nine types of bhakti. Но Satyavad Rishi отказывается не только от безличностного освобождения, имперсонального освобождения, он отказывается также от сева премы освобождения, so, и от плодов, и от блага, которое приносит Навада Бхакти. So, then what does he want? То тогда чего же он хочет? Идам тейва пурната гопала балам. Идам is this. Это. It means, and it's, идам means this,
indicating that it's close to him. In other words, he's having a sporty of Krishna. He said, I just want this form of yours, a beautiful, sweet Balagopal in Gokul, to be manifest in my heart at every moment. То есть он, глядя на Балагопалу, которого он видит в сердце, говорит, вот это я хочу вечно, непрерывно созерцать твой прекрасный облик, такой, в котором ты пребываешь в Гокуле. So, the profound siddhanta of this verse is глубокая сиддханта, которая кроется в этом стихе, that when Prahlad Maharaj described 9 types of devotional service, когда Прохлад Махарадж описал Навада Бхакти, 9 видов бхакти, he said Шраванам, Киртанам, Вишнуспаранам, Падасеванам, Archanam, Bandhanam, Dasam, Sakam, Apanivedan, Ithi Pum Sarapita Vishnu, Bhaktis Chennavalakshana, Kreti Bhagavatyanya, Tanmange, Ditam Uttamam. His father had asked, what is the best thing that you have learned? Отец спросил его, что наилучшее из того, что ты выучил? That you have studied from your teachers. То, что ты познал у своих учителей. So he's saying, Tanmange Ditam Uttamam, which means Tanmange, in my opinion. Он говорит, я считаю, мое the мнение, best thing I have learned, лучшее, что я узнал, is, are these 9 angas of bhakti. Это лучшее из того, что я узнал, это эти 9 составляющих бхакти. So he has learned from instructions which are given in Shastra. То есть он about these angas of узнал об этих ангах бхакти из наставлений Шастры. So, the bhakti which is based on Shastra Artha Avadani Mai Shraddha, which is based on the faith in the statements of scriptures, is called Vaidhi Bhakti. So these are 9 types of Vaidhi Bhakti. It's indicated by the words Tanmanye Ditam Uttamam, that I learned it. То есть когда-то я выучил это, тут подразумевается, что он говорит о Vaidhi Bhakti именно, потому что это бхакти, которая зависит от веры в логику Шастры. So deeply what Satyavata Rishi is saying is that I don't want the fruit of the devotional service which is rendered simply in due to faith in the injunctions of scripture. То есть вот тут, что подчеркивается глубокая сиддханта этой молитвы Сатьявата Риши, что этого куплета, что я не хочу результатов, плодов, которые принесет следование Вайди Бхакти, бхакти, которая основана на вере в наставление Шастры. But I do want to see this form of Balagopal. It implies that seeing this form of Balagopal is impossible by following the bhakti which is pervert, inspired by Shastric injunction. То есть Вайди Бхакти, оно движимо, исполнение Вайди Бхакти, человек движим вот этой верой в предписание Шастры. Когда он говорит, я не хочу благо, которое приносит Вайди Бхакти, но говорит, но я хочу это видеть тебя, Балагопала, это означает, что вот это видение, что Вайди Бхакти не приводит к возможности созерцать такой даршан Господа. Uh-huh. Understand? Вы понимаете это? That, so, the, in this verse, Sri Satyavata Rishi is clearly expressing that the darshan of Balagopal or Krishna's Gokul Vrindavan Leela is inaccessible by following Vaidhi Bhakti. Что посредством процесса Вайди Бхакти человек не сможет обрести даршан Вриндаванского, вот как Балагопала из Гокулы или Вриндаванского Кришны. It is only possible by following the path of Рагануга Бхакти. И даже даршан Враджадама, что вот это доступно только благодаря процессу Рагануга Бхакти. So there's a lot of historical ideas about возникло в последние годы много истерических идей по поводу Рагануга Бхакти. So, we should try to understand what are these two types of bhakti and how they're different. Нам нужно понять, что это за 2 вида бхакти и в чем их отличие. So first, the definition of Vaidhi Bhakti. Сначала начнем с определения Vaidhi Bhakti. Yatra Ragana Vaptatvat Pravriti Upajayate Shasanainaiva Shastasya Sa Vaidhi Bhakti Uchate. It means Yatra Raga Anavaptatvat. That the person's
the consciousness is not vyapta. It is not pervaded. He has not attained anavapta. He has not attained the rag. Что сознание человека не пропитано рагой. So what this really means is. Что это на практике значит? If there's a crowd of many people. Допустим, представим себе толпу людей. And they're all kind of average looking. И все выглядят, ну, среднестатистической внешности такой. But one of them is extraordinarily beautiful. Но один человек среди этой толпы очень красивый. Your eyes will just go to that person. Если вы войдете в комнату, где много людей, и среди них один выделяется особой красотой, глаз тут же потянется к этой красоте. You cannot help it. Это непроизвольно происходит. Because the senses have rag, that means spontaneous attachment to their objects. So the eyes like beauty, so they go to beauty. Потому что у наших чувств всегда есть естественная тяга к своим объектам восприятия, и глаза воспринимают форму красоту, поэтому глаз всегда потянется к красоте. So the spontaneous attachment of the sense for its object is called rag. Вот эта спонтанная тяга чувства к объекту восприятия называется рага. So when all the senses are spontaneously attracted to the service of the senses of Sri Krishna, then that is called ragatmik bhakti. Ragatmika bhakti — это то состояние, в котором все чувства спонтанно тянутся к попыткам услужить чувствам Кришны. At every moment, the senses feel thirsty to serve the senses of Krishna. То есть чувства постоянно испытывают неутолимую жажду насытить чувства Кришны. That is called Swarasiki Raga. Это называется Сварасики Рага. It is called the Prema Mayi Krishna. Prema Mayi Krishna. Loving thirst. Любовная жажда, which is Swarasiki, spontaneous. Которая является Сварасики, спонтанной. So istay Swarasiki Raga Parama Vistathabhavat. And that spontaneous thirst to serve Krishna results in the very intense absorption in thoughts of Krishna. И вот эта спонтанная, интенсивная тяга усладить чувства Кришны, она выражается в погруженности в Кришну. So, iste swarasiki raga parama vistathabhavat tanmayad bhavat bhakti sa yatra ragatmika uditaha. That is the bhakti which is composed of this rag and absorption is called rag atmika bhakti. И бхакти, которая состоит из этой раги из погруженности, называется рагатмик. So that ragatmik bhakti is only in the eternal associates. Ragatmik bhakti присутствует только в вечных спутниках Кришны. Now, in the definition of Vaidhi bhakti, its main symptom is yatra raga navaptatvat, that the person has not attained that rag. А главная характеристика Vaidhi bhakti — это в определении, что человек не обрел эту рагу. But it's in this context of this verse, it doesn't literally mean that. Но в контексте определения. Because that rag you cannot attain until you become parikara. Это не совсем точное понимание, потому что эту рагу невозможно обрести, пока человек не станет парикаром. So here, yatra raga navaptatvat means that the person has not developed ruchi in that rag. То есть тут подразумевается. They themselves have not developed a taste for the rag that the eternal associates have. It doesn't mean that the person, he doesn't have that rag, because even a raganuga bhakti also doesn't have that rag. But here, yatra ragana bhaktatvat means when a person is not perverted or inspired to serve by a taste in that rag of the associates. То есть тут речь идет не то, что его сердце не пропитано рагой, потому что даже рагануга бхакти не имеет этой раги до тех пор, пока он не станет спутником Господа, но означает, что у человека нет вкуса, нет ручи к этой раге. So yatra raga navaptatvat pravriti upajayate shasaneena vashasatra. So then, what is pravriti? What is inspiring them to act the injunctions of the scripture? Gurudev has said you in the Narad Pancharatra or in other
Shastra, it said you should do this and doing Hari Bhakti Vilas, you should go to Mangalati, you should wear tilak, you should remember Gayatri three times a day, etc. То есть у человека нет своего вкуса, то есть уже вкуса к раги, но что движет им тогда в его практике? Наставление Гурудева, наставление священных писаний, что Гурудева ему объяснил, что священные писания предписывают такой вид поведения, надо наносить тилаку, надо пометовать Санди, Гаятри мантры, нужно посещать Мангаларати, нужно совершать служение. Тилак. Да. So, that devotee thinks, if I don't follow the injunctions of Shastra, then I will have to remain here in the endless chain of suffering and sorrow in the chain of birth and death. И такой преданный понимает, он думает, если я не буду исполнять предписание Шастры, я застряну тут навсегда в этом постоянном в круговороте цикле рождения и смерти. They have a fear of the ocean of material existence. Преданный боится, он страшится вот этого океана материального существования. So then they dedicate themselves to strictly following the rules and regulations of scripture. И тогда этим самым страхом преданно дисциплинирует себя и начинает придерживаться правил предписаний. So that is called Vaidhi Bhakti. Это называется Vaidhi Bhakti. The devotional service which is inspired by and takes the form of the execution of Vidhi, the injunctions of scripture. Преданное служение, которое движимо верой в предписание священных писаний и характеризуется исполнением предписаний священного писания. Now sometimes devotees say, oh, it's so bad. We should not serve Krishna or anything, do any bhakti out of fear. Но иногда преданный начинает вот так говорить, вот знаете, так нехорошо, что пугать всех, стращать страхом, чтобы заставлять их служить Кришне, потому что страх это нехорошо. This is a very primitive type of spiritual experience. Это очень примитивное восприятие духовного опыта или трактовка духовного опыта. But actually, in most cases, то есть преданный говорит, страх это очень плохо, это примитивно, зачем примешивать страх в духовное? That in many cases the person has not transcended this fear-based religion. They're not even out of the mode of ignorance enough to be afraid of material existence. На самом деле такие люди, которые вот так пропагандируют такое понимание, на самом деле они настолько еще находятся под влиянием тамагуны, что они не возвысились достаточно над тамагуной, чтобы иметь здравый страх материального существования, здоровый страх. They think they are more advanced than those who are serving because of fear. No, they're not advanced enough to actually even feel the fear of material existence. Они думают, что они превосходят тех, кто служит из-за страха, движимые страхом. И что они уже продвинуты, те, кто служит из-за страха. На самом деле, они еще даже не возвысились на тот уровень, где они способны испытывать вот этот здоровый страх, осознание опасности материального существования. Свинья, лежащая в испражнениях, тоже не страшится материального существования. He's fine, he's comfortable. Ему и так хорошо, там все в порядке с ним. So being like a pig in stool, thinking the material world is okay, I don't feel any fear. This is due to the avidya, ignorance. И вот это подобное свиноподобное состояние, что лежишь в этой луже испражнений и думаешь, ничего не боюсь, все тут хорошо, и так сойдет. If a human being, consciousness will become a little purified, then they will realize this world, dukalayam mashashvatam. It is just like a sea of pain. Прозрение наступает, когда сознание расширяется и становится ясным и четким, и тогда мы видим конкретную ситуацию, истинное положение вещей этого мира. Это не место для развлечений, удовольствия, это океан страданий бесконечных. You are growing old and dying. Все стареют, you will все болеют. Be attacked by many different diseases and suffer incredibly, and then go in the womb of another mother. Все однозначно умрут. And there's no way out. Настрадается, придется перерождаться, снова оказаться в лоне очередной мамы, и выхода никакого нет из этой ситуации. That's if someone doesn't kill you, or there's not some accident before the joy of dying slowly from many diseases. Это еще хороший вариант, альтернатива просто медленной затянутой старости, там болезни и смерти. Тут мы не говорим о том, что кто-то может убить или попасть в катастрофу в какую-то и умереть жуткой смертью.
But we are only seeing what's in front of our face right now. Но мы обычно видим только то, что прямо у нас перед глазами. So this is a state of ignorance. Но это состояние невежества. So if a person's somewhat purified and they realize, just like when Narad Muni he sprinkled some water from his kamandalu on Margari the hunter, then he had a vision of the future. All the suffering that was coming to him, and he became terrified. То есть подобно, когда только прозрение, трезвость наступает, когда сознание становится чище, человек понимает истинное положение вещей, как когда Нарада окропил водой из камандалу Маграри охотника, и тот стал осознавать, что как он жил и что его ждет, какая участь его ждет в будущем. And he surrendered to Narada, please save me, please save me. Тут же принял прибежище у Нарады, стал просить о покровительстве, о помощи. So the real disciple, real initiation. Is when the disciple comes with a straw between his teeth to their Gurudev and begs, I am samsara dava nalali daloka. I am burning in the fire of material existence and I am taking shelter of your lotus feet. Please save me. Истинная инициация, истинный ученик, это тот приходит к Гурудеву, зажав соломинку в зубах, и молится Гурудеву, Гурудева, я горю в этом пожаре материального существования, спаси меня, пожалуйста. So, that's Vaidhi Bhakti. Вот это Vaidhi Bhakti. And by and large, most of the devotees, they have eligibility for this, or they're just starting their eligibility for this. И большинство преданных обладают квалификацией к Vaidhi Bhakti, или хотя бы они на начальных этапах уже, какой-то начальной квалификацией, уровнем обладают, чтобы исполнять Vaidhi Bhakti. But if we have association with the Braj Rasika Vaishnava, то если нам посчастливится общаться с Враджа Расика Вайшнава, and hear sweet pastimes of Sri Krishna, услышать из их уст сладкие лилы Шри Кришны, and feel some attraction for that, и привлечься вот этой катхой, этой качествами Кришны, and cultivate that, и лелеять это в своем сердце, взращивать, then we may develop a different type of Shraddha. То нам может повести, у нас может появиться Шрадха иного порядка. So the first type was called Шастрата Шрада. Шастра Артха Шрада это первая разновидность. Шастра Шастрата Авадарани Майи Шрада. Или Шастра Арта Авадарани Майи Шрадха. Now the other type of faith is called Bhagavat Lila Madhuri Lobha Mayi Shraddha. Bhagavat Lila Madhuri Mayi Lobha. No. Bhagavat Lila Lobha Madhuri Mayi Shraddha. Bhagavat Lila Madhuri Lobha Mayi Shraddha. Bhagavat Lila Madhuri Lobha Mayi Shraddha. The faith which is composed of a greed for the to experience the sweetness of Bhagavan's pastimes. То есть вера, которая состоит из жажды вкусить сладость лил Бхагавана. Now that lobhamayi shraddha develops through stages. Но такая шрадха, лобхамайи шрадха, развивается через различные этапы. So in Raghavatmachandrika. В Раghavatmachandrike. Srila Vishvachakatakur gives an example of a verse spoken by Sri Krishna to Uddhava to illustrate the gradual development of lobhamayi shraddha. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур цитирует слова Кришны, с которыми тот обратился к Удаве, чтобы проиллюстрировать этапы развития лобха Майи Шрадхи. Ята ятатма паримриджатстейсо мадгуна гата шравана бидханай тата тата пассати васту шукшмам чакшурья тайранджана сампрайуктам. Just as a person who has a disease of the eyes cannot see clearly. Подобно там человеку, который начинает терять зрение, он слепнет, он очень плохо видит. But he applies an Ayurvedic ointment to his eyes. Он начинает наносить аюрведическое лекарство, мазь на глаза. And gradually, as his eyes are healing, he can see more and more small and detailed things. И постепенно его зрение начинает зрение восстанавливаться, ему легче уже видеть там мелкие шрифты, все. So in the same way, the person who is engaged in hearing, chanting, and remembering me, gradually, his heart becomes cleansed, and the degree to which his heart becomes cleansed, he gets more and more clear, subtle vision
of my transcendental form. И Кришна объясняет, и аналогичным образом человек, который вовлекается в слушание, повторение, памятование, обретает все более и более утонченный вкус, то есть утонченное восприятие моей трансцендентной формы. So, the development of Lobha Mahi Swada begins from the Guru Pad Ashray, taking shelter of the Guru. Первый этап. If that Guru is a Brajrasic devotee, and his disciple takes shelter of his lotus feet, now just by listening, he slowly, slowly, his heart becomes cleansed, and he starts to develop some very slight, slight vision, and it slowly becomes clearer and clearer. То есть первый этап развития Лобха Махи Свады это когда человек принимает прибежище, совершает Гуру Падашрай у Раджарасик Вайшнава. И в процессе слушания Харикатхи из уст такого Раджарасик Вайшнава он начинает воспринимать все более и более утонченно. Or it may even begin before taking shelter of the Guru if that person has the sanskaras from the previous life. But he'll search out a guru to further his inspiration. Лобха Махи Свада может возникнуть еще до Гуру Падашрай. Если у человека уже сильная самскара с прошлых жизней, то он может это прочувствовать уже еще до того, как он формально принял прибежище, но он будет активно искать Браджарасика Гуру, чтобы развивать в себе вот это Лобха Махи Свада. And the degree to which the devotee begins to internally see reflected in his heart the beauty of Krishna, to that degree his lobha is developing. So there's no such thing as theoretical greed. Greed is always based on anubhuti, realization. И нужно понимать, что не существует теоретической лобхи, что лобха всегда основана на анубхути, на реализациях. То есть чем больше человек начинает осознавать, тем сильнее становится его лобха. People nowadays think, oh, I downloaded a poem of Raghunath Das Goswami from the internet. I read it and I'm really interested. I have greed. Сейчас вайшнавы себе придумывают что угодно. Они говорят, я скачал с интернета поэзию Рагхунатха Даса Госвами, меня так растрогало, так понравилось, у меня такая лобха. I'm qualified for Raghunuga Sadhan. I can meditate on my siddha there in Astakali. Потому что лобха появилась, значит, я уже сейчас буду медитировать на Астакали Лилы, на свою сиддхадеху. And if someone said, well, I'm not sure whether we're qualified or not. А если кто-то ему возразит, скажет, ну я не уверен, что мы квалифицированы для такой упасаны. Then he'll say, oh, if you entertain the idea that you might not be qualified, that's the proof that you're not qualified. А ему ответят, вот если ты думаешь, что ты не квалифицирован, вот это и доказательство того, что ты точно не квалифицирован. Whereas me, I never think I'm unqualified. I'm totally convinced I'm completely qualified. That means I'm qualified. А я такой спонтанный, я даже не задумываюсь о своей квалификации. Мысль такая не возникает. И это доказательство того, что я квалифицирован. That is not written anywhere in scripture. А где такое написано в шастре, вот эта идея? If someone is totally deluded about something, and they have no doubt that they're right when they're wrong, that is not the definition of lobe. То есть шизофрения это не проявление лоба, это помешательство такое, что... Is that the definition of lobe? Помешательство, непонимание, на что ты квалифицирован, это не подтверждает присутствие лобхи. The definition of the development of lobe is the development of your internal vision. Что подтверждение проявления лобхи это проявление градации реализации анубхути. So, tad bhavadi madhurye. Now, Rupa Goswami, he gives the definition of the symptoms of the awakening of lobe. И Рупа Госвами описывает характеристики, симптомы проявления лобхи. By which one is qualified for Raghunuga Sadhana. И вот присутствие этих симптомов доказывает квалификацию на Рагануга Бхакти. He said, tad bhav adi madhurye sute diyad apekshate na cha shastra na yuktim cha tau lobat pati lakshanam. So first one, tad bhav adi madhurye sute. Upon hearing about the sweetness of the bhavs of the in the exchange between Krishna and his associates. Rupa Goswami описывает симптомы проявления лобхи. Он говорит, слушая описание сладкого общения Кришны со своими спутниками. Sute diyad apekshate, the person is no longer dependent on thi, on their buddhi. Человек перестает зависеть от своего будхи, интеллекта. So actually,
Smaran, material smaran, material remembrance, is a function of buddhi. Материальное смарана, памятование, это функция нашего будхи, интеллекта. So if you are trying to remember something, если вы тужите, using your buddhi, you are not free from dependence on your buddhi. Если вы пытаетесь себе что-то представить, да, вообразить видение какое-то, то вы полагаетесь на функцию интеллекта, то есть вы зависите от будхи. So, here Rupa Goswami is saying, Srute, upon hearing. А Рупа Госвами говорит, слыша. So, in the commentary, Jiva Goswami gives the explanation, upon hearing means kinchit anubhuti. Jiva Goswami. On hearing means, as you are hearing, you are having some realization. Jiva Goswami комментирует на вот эту шравану, на слышишь, там говорит, что кинчит анубхути, что немножко реализации должно появиться. What realization are you having? Но какого вида реализация? This realization is not even the realization of Krishna's form. Тут не реализация формы Кришны. Or qualities. Или качеств. Or sweetness. Или его сладости. It's the internal, the realization of the sweetness of the moods of the associates. Тут идет речь о кинчитану бути, немножко реализации по поводу сладости спутников Кришны. So that is at least the stage of ruchi, because the realization of the Krishna's associates begins to be in the stage of ruchi. А это указывает на уровень ручи, потому что на уровне ручи начинает проявляться реализация парикара Кришны, сладости парикара. You are not dependent on buddhi, imagining or remembering anything, but rather the realization is coming inside. And that now you're not dependent on your intelligence, and not dependent on yukti, logic, and not dependent on the injunctions of shastra. Just now you're hankering for that sweetness. Видя уже спонтанно, видя в сердце вот это осознание спутников Кришны, автоматически чувствует вот эту сладость, уже не зависит. Он не полагается ни на интеллект, ни на логику, ни на предписания священных писаний. Он просто такой восхищенный вот этой сладостью. What to speak of the sweetness of the associate? Even Sri Krishna's sweetness will not awaken in the heart until the stage of ruchi. Что же говорить о сладости спутников? Даже сладость Кришны не проявится до уровня ручи. Because the definition is ruchi papa bij nashat madhurya anubhavaha. The awakening of the sweetness. The awakening of the realization of sweetness that occurs when the papa bij, the seeds of sin, have been destroyed in the heart is called ruchi. То, что по определению этап развития, духовного развития, который называется ручи, это ощущение сладости, которое возникает после того, как папа бидж, семена грехов были полностью удалены из сердца. So, even if you come in bhakti, даже если вы оказались в сфере бхакти, up to the stage of ruchi, и доросли до уровня ручи, and realize something of the sweetness of Krishna, и что-то осознали о сладости Кришны по-настоящему реализовали, and even of his associates, и даже осознали сладость его спутников, you still may not be Рагануга Бхакти. Это все еще может не быть Рагануга Бхакти. Because the ruchi, which is the eligibility for Рагануга Бхакти, is not the ruchi in Krishna's naam, rupa, gun, parikar. It's ruchi in the parikar's own raga. То есть вот этот ручи, который квалифицирует человека на рагануга бхакти, это не ручи к форме Кришны, его качествам. It's a specific type of ruchi. А это именно особый вид вкуса к раге парикара какого-то. Many people say there's two types of рагануга бхакти. Ajata ruchi and jata ruchi, with ruchi and without ruchi. Люди говорят, иногда есть два вида рагануга бхакти, со вкусом аджата и джата ручи, с вкусом, с ручи и без ручи. But what they don't mention is when Jiva Goswami is writing this, he said tadrishi ruchi. Но что они забывают упомянуть, что Джива Госвами конкретно высказывается о тадриши ручи. Means this particular type of ruchi. Этот именно вид ручи. Which is described in this way. Описанный таким образом. When the devotee is hearing from his guru and from shastra about the pastimes of Krishna, когда преданный слушает из уст гуру или из шастры
They are realizing Krishna the what they are hearing. А лила Кришна, преданный видит, он осознает то, что он слышит. And they are realizing the very beautiful, sweet, spontaneous way in which Krishna's associates are serving. И преданный начинает испытывать вкус к тому сладкому образу, посредством которого спутники Кришны служат ему. So those associates, they are glowing with love. Вот те спутники Кришны, парикари, они просто светятся от любви. Those associates are glowing with love like a moon. Они светятся как луна. And the heart of the devotee, Chaito Darpana Marjanam, has become clear like a spatika mani, like a crystal. И сердце к этому утапу, сердце преданного уже чистое, как спатика мани, как кристалл. And when a ray of the moon of the love of that associate shines onto the spatika mani of the heart of the devotee, he feels ulas, a joy. И когда вот этот лучик сияние этой луны любви парикара вечного Кришны начинает сиять, отражаться, коснется кристаллика сердца преданного, преданный испытывает улас, неописуемую радость. And at that moment, without buddhi, without relying on intelligence, without yukti, without logic, without shastric injunction, he just spontaneously now internally begins to follow the mood of that associate. И уже не полагаясь ни на какие предписания, ни на логику, ни на свой будхи, он спонтанно начинает следовать этому примеру, по следам этого парикара. That is ruchi in the raga. Вот это ruchi в раге. And that то is ruchi к the hearing, раге. Chanting, remembering, which is pravrit, inspired by that experience, is called raga anuga bhakti. И практика бхакти, совершение анг бхакти, которое движимо именно вот этим ruchi к раге парикара Кришна, уже и называется рага нуга бхакти. So we've just begin to touch the subject. We want to we'll develop it more. Мы лишь коснулись этой темы, нам придется копнуть глубже. Я готов ответить на ваши вопросы. Мы можем это обсуждать, чтобы все было понятно всем. But now we're a little late. We сейчас мы уже опаздываем на арати. Хари Премананде. Хари Хари Кришна. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Jai Shri Prabhupada, Jai Shri Guru Gaurav Guru Ki, Jai Shri Dhamma Dharasta Kam Ki, Jai Shri Kartik Prata Ki, Jai Shri Vandana Parakama Ki, Jai Nithai Gaurasi Dhanat Premanande.